Первое мое впечатление о России было следующим. Я оказался в аэропорту, а на улице было -30 градусов. Я вообще не могу представить, как вы здесь живете, как вы где-то ходите и можете ходить в магазины и просто ходить по улице. За несколько дней пребывания в Перми нидерландец к уральской зиме привык, да и мерзнуть особо некогда. С утра до вечера Дэниел проводит мастер-классы для кондитеров. Сегодня, например, показывает и рассказывает, как сделать свадебный мини-торт. Для того, чтобы придать особую привлекательность этим пирожным, мы используем такие золотые листы. Он делает замечательные торты, небольшие десерты, ну, все, что связано со сладким. Кроме того, он нас учит новым рецептам конфет. Все, что мы узнаем, да, все, что рассказывает нам Дэниел, это приходит из Европы, из центра Европы. Причем не из каких-то там классических, а это все, это новые формы, это новые вкусы, это новые ингредиенты, новые миксы. Обучение мастер проводит индивидуально. Один кондитер, одна методика, один рецепт. По словам учеников, такого в нашем городе никто не умеет. Кстати, специально для нас Дэниел провел мастер-класс по украшению пирожных. В качестве основы малиновый бисквит в форме сердца. В Нидерландах он называется финасье. Можно использовать и любой другой. Изюминка этого десерта – необычная глазурь. Глазурь делается из воды, сахара, также свежей малины. Мы нагреваем, доводим до кипения эту смесь. Добавляем пектин, иначе глазурь, конечно же, не застынет. Когда глазурь немного остынет до 60 градусов, опустите в нее пирожное. Дальше все зависит от вашей фантазии. Дэниел украшает финасье свежими ягодами и кокосовой стружкой. Сверху полоска шоколада. Сладкая валентинка готова.